Здравствуйте, друзья. Вот смотрите, такая вот особенность. Значит, у нас здесь 64 единицы, да, но это в режиме Т, допустим, без фильтра, вернее, с фильтром 40. У нас он вводится вот путем вот этого вот хвостика. Если мы говорим про автоматику, значит, у нас здесь 40. Здесь у нас 50 для дневного света. Здесь никаких хвостиков, здесь ничего не вырезано. И кассета разборная 32 единицы. У всех вырез один одинаковый. Я вот замерял. Везде вырез одинаковый. Ну, если взять, например, 200-ку с фильтром, тут странно как-то вырезы такие, ну 125, а так 200. Вот что интересно, да, получается, что 32, 40 и 50 примерно одинаковые, да. Я хочу одну из кассет подготовить, вот эту подготовить, ну это уже, они уже использованы, подготовить под ФОМу в 100 единиц, но она реально там, наверное, 125. Я вот думаю, наверное, вырезать вот такой вот. Если взять от центрального вот этого вот стопора до, как он, не знаю, как правильно его назвать, 10,5 получается. 10,5. В смысле 10, миллиметров с половиной. А здесь у нас 15,5. Ну вот сделаем здесь тоже 10,5. Чтобы было под 125, потому что ФОМа, конечно, пленка очень неплохая и больше чем сотка, если проявлять по нормальному процессу, то она больше чем 100 единиц. Вот я, наверное, сделаю здесь 125. Вырез сделаю на 10,5 и несколько таких кассет подготовлю. И еще болячка у них вот здесь вот ломаются, но я сверху наклеил такой суперклей. Пластиночку. Это неплохие, очень спасают. И вложил в камеру кассету, на которой, значит, наклеил пластилин. У нас получается 6 пинов, 6, значит, контактов, которые зажимаются. Посмотрел в инструкции. В общем, у нас такая картина. Значит, когда у нас зажаты все 6, у нас для пленки с дневным светом это ISO 16, 25, 40, соответственно, если вот эти контактики у нас идут, да? Здесь контакта уже нет. То есть, если они все отпущены, значит, у нас тогда идет 250 для дневного света, 400, либо 500, потому что в камеры раньше не выпускали. 500, значит, немножечко пережигает. То есть, вот видите, здесь все вот эти вот контакты, значит, пластина, которая зажимает контакты, она вырезана полностью. Вот если сравнить, где я здесь замерял, да, последний контакт,
он уже тоже не давится. Значит, у нас получается, для того, чтобы взять 100 единиц для дневного света, нам нужно, чтобы так, чтобы зажималось два контакта крайние. То есть нам нужен вот такой вырез, где вот эти, это у нас тело кассеты. Вот эти два контакта еще будут зажиматься. Правильно я сказал? Ну да, если один, остается 160. Если ни одного, тогда у нас, значит, должно два контакта зажаться. Перемеряю, чтобы между контактами у нас было... Между контактами у нас получается где-то 11,5. 11,5, если между контактов. Значит, будем для 100 единиц ISO 100 11,5 миллиметров от края, от этого вот. Вот это расстояние у нас будет 100 единиц. Это у нас 200-ка, но при лампах тут у нас нет, она как раз получается между ними и 125, но она как раз вот получается, что вот, ага, вот здесь вот она между ними должна быть. Ну, я померил по Canon, может быть, другие больше этих. Здесь получается у нас 4 на 125. Ну, видимо, поджаривает немножечко Vision 2. Да, получается, что... А, нет, все правильно, 2. Короче, 100, 125, это у нас 2, зажимает 2. Ну, где-то 10,5 получается, да? 10,5. Ну да, он его еще зажимает, как бы, ну, в идеале, наверное, все-таки на 1 миллиметр 11,5 сделать, чтобы, или сделать лучше 11, чтобы оно его зажимало, но не цепляло еще тот крайний. В общем, 11 миллиметров. Да, он этим краем еще цепляет его. В общем, для 100 единиц мы сделаем 11 миллиметров. Срезается очень легко, кстати. Просто вот резанул у нас раз и все. Так, 11,5. И наша 200-ка. Чуть-чуть еще дорезать надо. Я еще, конечно, потом проверю по экспонометру, чтобы она соответствовала на какую-нибудь серую стену.
И перепроверю, чтобы у нас соответствовало 100 единицам. Будет кассета, тут зачеркиваем. Переписываем 100 единиц. И какой-нибудь красный или там желтый цвет добавим. Или жовто-блакитний якийсь добавимо.